третья конференция междисциплинарного научного хирургического общества «Фастрек» приурочена к юбилею Центральной клинической больницы. Это многопрофильный стационар, один из самых больших, который оказывает помощь по многим хирургическим направлениям. Уникальность этой больницы заключается в том, что диагностическая база позволяет провести обследование пациента практически по всем направлениям. Фастрек – это технология, которая возникла не так давно, но она привлекает внимание своей нужностью. Любое общение, оно всегда что-то привносит. Для опытных врачей и специалистов это возможность посмотреть, оглянуться назад. Для начинающих врачей это возможность получить самые свежие знания и реализовать их, потому что им реализовывать эти знания в будущем. Основной постулат фастрек-хирургии – быстрый путь, да, быстрая дорожка. Это дорожка к выздоровлению. Такой мультидисциплинарный подход, который требует участия многих специалистов, чтобы сформировать такую концепцию, которая приведет пациента к скорейшему выздоровлению с меньшими потерями для здоровья. Трудовая деятельность человека после хирургического вмешательства, уменьшение числа осложнений, уменьшение инвалидности пациентов как раз отвечает задачам нашего российского здравоохранения. Приходящие на конференцию участники, они поймут эту философию быстрого выздоровления, они получат какие-то мануальные навыки, они увидят работу специалистов высокого класса, экспертов в хирургии, и будут эти знания применять в дальнейшей своей работе. Это самое главное. Вот ранняя активизация этих пациентов, быстрое продвижение их пациентов по всему лечебному процессу – чрезвычайно важный момент, который во многом определяет исход оперативного вмешательства этих пациентов. Только междисциплинарное сотрудничество может вот обеспечить реализацию этой концепции. Без этого это очень трудно сделать. Устойчивое определение, что больной после операции должен лежать в реанимации, надежно фиксирован, холод, голод и покой ему должны быть показаны. Это ушло в прошлое, и это очень хорошо. Не все подходят под фастрек с одной стороны, с другой стороны. Иногда получается так, что эта технология фастрек спасает этих людей. И только с применением этой технологии можно без очень тяжелых осложнений выписать больного домой. Хотелось бы, чтобы это внедрение происходило, ну, наверное, более интенсивно и при этом адекватно, сказать, чтобы концепция не подменяла реальную жизнь, а реальная жизнь, с другой стороны, сказать, не утопила эту толковую, очень толковую концепцию. Это современный подход, который в обязательном порядке должен быть внедрен.